а сейчас кадры, которые больше напоминают фрагмент гангстерского фильма. Конфликт, возникший между посетителями кафе в Ленинградской области, перерос в ожесточенную перестрелку. Перекинувшись парой оскорблений, гости заведения схватились за оружие, кто за пистолеты, кто за автоматы. Соперники заняли оборонительные позиции, спрятались за столами, за барной стойкой. Ну и вот после этого началась перестрелка. В итоге один из оппонентов получил тяжелое ранение, медики не смогли его спасти. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям убийства и незаконный оборот оружия. Сейчас устанавливаются личности всех участников этой перестрелки. В Москве хулиганы избили участника популярной музыкальной группы «Машина времени» и «Квартал» Александра Дедковского. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные кадры момента этого нападения. На парковке к музыканту и его приятелю подошли неизвестные и набросились на них с кулаками. Дедковский с трудом, но смог отбиться от нападавших. Однако получил серьезные травмы головы и был госпитализирован. Только нам удалось пообщаться с музыкантом в больнице. Он рассказал, что якобы стал жертвой обычных уличных попрошаек. Они ко всем приставали. Они ходили по всем машинам, клянчили деньги, окружали машину и так далее. То есть это, получается, с вашей работой никак не связано? Нет. Это просто какое-то хулиганье. Вот. Да. Смуглые ребята какие-то. Там было 3-5, не помню точно сколько. Деньги музыкант преступникам так и не отдал. Но и по нашим данным, у него перелом лицевой кости со смещением. В ближайшее время ему предстоит операция. Ну а полицейские сейчас уже начали поиск грабителей.